уже минус один. Один на один остаются. Игроки. Что-то поделать, что нам не хочет показывать. И команда элемент выбирает сторону. Остаются элементы за защиту. И после рестартов начнется игра. Даются рестарты и начинается игра UG против Element. Первый армор диффуза взяли защита. И по первому армору взяли Element. А, это UG выиграли, да, на живой? Ошибся. Флешка залетает в банку. Сайджин пытается выйти на лонг. На старте стоит игрок защиты. Перестрелка начинается, плента с шартом. Разменялись по хп немножко игроки. ЗНБ ставит хэд. И второй. Спокойно заходит с шарта. Один игрок разваливает обоих. Не были готовы к такому, конечно. UG. Что там у нас тут? Что такое? Команда у нас перейдет, да? Что там у нас? Выход на коробку, два хеда подряд ставят. Так, чуть-чуть. Выходит с шарта. Сайджин. Начинается перестрелка с плунтом. Ему помогают уже с ланга. Знают, где игрок атаки. 19 хп остается у года. Сайджин играет против двух игроков. Один остается красным, ставит ему хэдшот и получает смут. 1-1. Перепутали название команд наверху. Элемент у нас играет за защиту. У них должен быть синее название. А UG играет за атаку. Поэтому тоже могу путаться иногда. Хаешка в банк на 37 хп. Перестрелка с диглом. Камара забирает Сайджина в банке. Как The HB выходит в коробку с диглом. И будет перестреливаться со стартом. На старте у нас Камара. Сэмкой. Делает точно выстрел в голову с третьей попытки. И остается противником на гусе. Год со скаутом не попадает. За HB. И он уходит шорт с подобранным девайсом. За HB вышел шарта и спокойно переиграл скаут. Дело в том, что элемент написано желтеньким, коричневеньким, а они играют в защите. Поэтому могу путаться. Видишь по таблице как? И как наверху название. Поэтому элементы в защите ведут с счетом 2-1. Подсад в шорт. За HB пытается выйти на лонг с коробки, ждет своего тиммейта. Тем временем поджарил Камара с шарта, не ожидает игрока, услышал его в последний момент, убил его в голову, но за HB подстраховал с коробки. Давай, заходи, у нас уже игра идет. Год сидит в лунте 5-7, он перестреливается с лонгом против за HB, у которого 58 хп. Закидывают хаешку, не попадают. Все еще за HB не может попасть, а тем временем у него хп кончается. Стоит у него 5 хп. И в прыжке год забирает.
последнего игрока атаки. Отлично. Я хотя бы половину не пропустил. Нет, половину не только начали играть. 2-2. Самое то. Счет, игра равная у нас. Но немножко это тяжело тебе будет ориентироваться. Потому что элементы у нас в защите. А у них, видишь, сверху что. Медленный раунд от ну, UG. Че, Дэнни? Лобби не собладали. Ну что-то там у них все пошло плохо. Перестрелка. Ох, почти с шартом. Попал. Мне автодирект это не показывает, но не буду вмешиваться. Как его назвать? Якосан или Саяжан? Я Сайджан его зову. Сайджин. Сайджин будет. Ну, тяжело читать ники. За HB, Сайджин. Можем ошибаться. Камара. Камара и год. Зря открывается Саяжан. Сейчас будут пытаться шарта выйти. Игроки команды Юджи. Хаешка. Хорошая хаешка. О, не ожидал он. Размен Лайн. Игроков. Перестрелка с старым. Остается отлично, красный у нас прибавит. Камара и добирает его за HP. Камара не справился с разбросом. Да. Там надо было отойти ему немножко на лоб. Да. Все-таки не такая критичная эко ситуация. Эко будет у защиты. Да, фулл эко. Без гранат. Там полный раскид, вторые арморы и калаш. Там полный пакет. Быстрый выход шорт, под флешку, ошиблись. Ждут поджима. Укрепили тем временем лонг. Молотов летит фленг, перестрелка с таром. Сняли 36 хп тем временем. Спрейт он по году и забирает. Шарта поджил Камара. Эх, почти получилось у Камара. Хп, да. Хотя бы чуть-чуть. 20 хп оставил оппоненту. Еще одно эко. Ну, немножко форсит. 5-7. Два 5-7. Ну, это не форсит. И тайзер. Такое. Интересное решение. 5-7, тайзер и смог. Вот как тайзер, да, интересно. Вот почти. Смог. Не помог сплайн ему. Перестрел, отлично. Ну вот, реализовали. Отлично. Вышли в смог, зачем-то решили выходить в смог, все-таки не переждать его, не отойти. Ошибка. Да, это явно ошибка. Со стороны Юджи. Отдали раунд просто так. Девайс отдали. Саяжан еще ладно, он вышел там, не ожидалось у него. Так, хедшот словит, а вот второй зря вышел в смог, вообще слепой получается. Чуть микрофон поправь. Да. Неудивительно, что он умер. По две флешки заходят шорт, попадают на мод, горит у нас прогорает Саяжан. На 48 хп, остается у него 10 сайджина. Есть инфа. Есть инфа, что один красный. Рано кинул сплайн. Пытается зачекать лонг, ничего не видит. Сайджин тем временем ставит плент. Год будет пытаться убивать сланга. Почекали его в смог, но хороший остается отчет. Один красный. Есть инфа, что 10 хп у него. Должен понимать. Но ой, ошибается как... год. Получает очень в голову. Плохо он сыграл, я бы сказал. Не ждал, просто прыгал, не смотрел да, никуда. Поторопился немножко. Не зачекал позиции, не переждал смог опять же. Он ничего не чекал, он просто прыгал, как будто тот уже умер. Ну, думал 10 хп доберет рандомной пулей, но на твиче лагает, поэтому не на твиче. Там нереально смотреть половине. Камара смакует шорт. Укрепили шорт тем временем элементы. Но не стали. Не выходить. Угадали в очередной раз защиту. Да, почти яму занимает уже у нас Саяджин. Саяджин, наверное, все-таки он. Саяджин. Ну, тяжело читать ник. Так что будет Саяджина. Саяджан и все, обычное имя. Флешку ест Камара, начинает стрелять смог. Видит, начекали отличный минус. Ой-ой-ой, одновременно два хэдшота. Одновременно хэдшот. Отлетает. Я не пойму, ну, тут кто была выигрывает, ошибка кто проигрывает. Почему так сбился счет у нас? У нас элементы, по идее, проигрывают с счетом 3-6. А UG в атаке проигрывают. Или это у меня сбился ход? Ну-ка дайте я. Нет, там они просто назвали неправильно в лобби команды. Вот и все. Че это? Ретрай. Админ не следил, перепутал.
Даже ретрай не могу написать что-то. Да не, это не поможет тебе. Так, у нас не год, а сплин. Комара один не остался. Не Саэджин, а Экосан. Ну, сорян тогда. Справимся. Так проще будет даже. А за HB как называть? За это HB? HB. Блин, комары, да? Значит, у нас играют. Хорошо. Комары, смакую коробку. Она придумала. По две флешки выходит Экосан, получает в голову и отлетает. А был бы Сайджин, вышел бы и убил. Да. Комара чекает коробку, он там смог, ничего не видит. Меняет девайс. И на чековал комара делает минус 2 на ланге. Все-таки надо было смещаться хоть куда-то. Ну, в этот раз игра поинтереснее, чем до этого. ЖБ, говорят. Ну, ЖБ так ЖБ. Никаких проблем. Вот и разобрались с никами. Под конец игры. Счет 4-7. Комара воюет на ланге, никого не находит. Два игрока находятся. Ну, один в шарте, другой ждет поджим с ланга. Ну-ка, автодирект нам, пожалуйста. Сплин начекал игрока в шарте с авиком. Будет пытаться его переиграть. Зря он там стоит. Прострела не стреляет. Видели, что он спрыгнул, плохая нашел игра, ему на 80 хп, да, очень ошибается. Есть инфа про второго. Ходит на шорт, перестреливается просто... перекрестным огнем, ставит голову, спрыгнул и добирает второго. Жибы просто забежал. Да. Просто убил сверху. Был хороший шанс победить раунд. Да это все потому, что их по-другому стали называть. Да, все из-за был них. Бы Саяджин, Саяжан, все было бы отлично. Да, выходил бы с ланга, разваливал бы старт. Да. Потом из-за того, что это сплин, а не сплайн. Полный облом. Да. Укрепляют лонг тем временем. Лонг рашит защита. И нарываются на калаш. Остается красный ЖБ. Считается, переиграл. Не смог конечно. Сплин. Да. Не смог. Мог. Был шанс хороший. Да, если бы сейчас добирал одного игрока, на ланге бы пострелялся и, возможно, бы выиграл. Почему-то он не попал. 13-й раунд у нас завершился, идет 14-й раунд. Красным был ЖБ. Чекают мид зачем-то. На миде-то нельзя появляться. На каре спрятался у нас. Блин. ЖБ выходит лонг. На каре у нас, да, один игрок защиты. 5-7 нам зайдет. Должна быть инфа, что по лангу две гранаты. Двое, да, было. Там две флешки взорвалось. ЖБ не чекает шар, но что это был за выход непонятный от сплина. Просто выбежал сплин на двоих. Как-то даже не пострелял, а просто побежал. С авиком начекал на игрока защиты. Не попадает. И ЖБ добирает в голову. Комара не смог разобраться, откуда в него стреляют. Не понял. Стреляли он, почти что, с двух сторон одновременно. Он подумал, что ему стреляют с шарта. Развернулся, а он с ним стрелял. Ну, элементы немножко не собраны. Немножко. До этого игры были просто односторонними. Не было качелей. Было все ясно. Пацан нас флешит. А вот этот раз команды это примерно качели равные. Поэтому интересно. ЖБ флешон и сидит в шарте. Перестрелка на ланге. Остается красным у нас комар, и его добирает. ЖБ выходит шарта. И флешон уходит назад. Его уже сплин. Это сам. Выход на шорт. Сплин контролит ЖБ. На каре. Отличная игра шорта от сплина. Очень жестко поставил хэд последний. Вытащил раунд.
Ну Со нормальный счетом счет, 5-10. Только 5-10 должно за было быть атаку, да, наоборот. сейчас можно вполне поиграть. Ну, за защиту вообще-то легче, по идее, должно было быть наоборот. Но здесь и Ну, имена команд почему-то перепутаны, так что именно нормально. атака у нас побеждает сегодня. Это уже третий матч, который мы смотрим. И атака довольно уверенно разваливает защиту. Практически без шансов там. Атака побеждает всегда первую половину. Мы смотрим. Ну это скорее ошибки защиты. ЖБ жалуется на название команд, не нравится им. Ну, да. Не Мы хочет тоже он быть жалуемся. элементом. Хочет быть УГ. УГ. Не знаю, что означает УГ. Ну, UG пускай будет. Не надо Да, УГ. пусть будет UG. УГ это другая команда. УГ это две предыдущие Камара игры. выходит с шарта. Никого не Не начекал в начекал он плен. пункте. Я не увидел ни одного игрока. ЖБ сдает позицию и уходит. Блин, Нет. ждет Очень появится медленный Рики. раунд разыгрывают у нас Флешку элементы. подготовил. О, поменяли название, кстати, в титрах Да, сверху. отлично. Наконец-то Наконец-то. администратор увидел. Выходят на лонг под флеш. Хороший выход, Экосан на самом принимает двоих, деле. сразу Воу. ставит голову одному и второму. Отличная игра от Экосана. Да, очень жестко развалил обоих. Спокойно, не спеша. Ну, Обоим. сразу одного отрубил и не спеша второго добрал. Пытались медленно разыграть, быстро вышли и отлетели за 3 секунды. Под флешку чекает Акасан. Стреляет по своему. Дает немножко фору. Зря вот эта переписка по чату идет у Да, них. общий чат. Не знаю, так как писать. Ну, ЖБ это не мешает, даже то, что ему 50 ТП снял свой же тиммейт. Спокойно с Ох, дипла. отлично, минус. Прыжки получает Ну, уже отчет. расслабились, конечно. Да, Юджи у элементы нас. уже сливают игру. Уже стреляют по своим. Ну, просто сейчас надо собраться элементом и развалить за такое, наказать. Вы еще не выиграли, вам еще как бы надо 4 раунда добирать. И за это время может случиться все, что угодно. А если вы еще друг друга харасить будете и переписываться в чате, то потеряете ЖБ продает концентрацию слоты на опять. лан. Да. В прямом эфире. Ну, Попытка с ножа. уже все. Элементы сдались. Уже начался чат какой-то в игре, перестрелки между собой. Уже как-то игра потеряла всю серьезность. Я Касану скучно стало, тоже я смотрю. Да. ЖБ и Касан двое стоят на старте. Опа, 2 хп оставляет. И тимкил. ЖБ добирает сплина. Выходит контролить шорт. Никого там нету уже. Какая-то дичь происходит у нас на сервере. Да, за такое надо как-то наказывать со стороны администрации. Да. Потому что это уже не Хорошая спортивное флешка. поведение. Ну, элементы добирают 6-й раунд. Камара тоже не нравится такое отношение к игре. Ну да, это немножко обидно, когда команда противников тебя вообще не воспринимает и начинает просто сливать. Кто-то не поделили, ребята? Да. ЖБ с авиком стоит в пункте. Накасан выходит под флешку на лонг. Плохая флешка. Атака ждет поджимы. Ничего пока не предпринимает. Откидывается флеш и в лонг. И уходят на шорт. ЖБ уже контролит шорт с авиком. Первый выходящий получает прострелом. Остается у него 24 Хорошая хп и граната. добирает его хаеш. Молотов ловит плент. Ну, ничего серьезного. Интересно, смог прокидывает у нас сплин. Здесь шанс выйти очень мало. А теперь есть. Начекал он ЖБ. И остается и Касан, который идет в шорт, но не знает об этом сплин. Интересно, догадывается ли он по таймингу или нет.
Услышал, видать, игрока. Не слышал, Начал да. перестреливаться шортом и добирать Отличный его в голову. минус. Вот что я говорил. Элементом просто собраться и добрать хотя бы какое-то количество раундов. За такое наказывать надо, конечно. ЖБ взял тайзер. Интересно, он своего Два дигла. Подзарядит или врага? Кстати, денег-то нету уже у команды защиты. Да. За тимкилы и за прочее, за проигранные раунды. С двумя диглами, тайзером, двумя смоками и флешкой будут пытаться отбить. Укрепили лонг. Не спешат Все-таки элементы это не сплин, в атаку. А сплайн должно быть. Сплин в конце Е не должно быть. Такой сплин у нас. ЖБ ждет с тайзером. Надо да, и с выходящего из смока. Интересно, Хочу сможет увидеть. Он реализовать? Нет. Смерть от тайзера. Никого не нету в шарте. Нет, идет он. Только дым уже рассеялся. Ну, далеко уже, да. Ну, правильно, переждали дыму, вышли нормально. Прочекает ли он, увидел рюкзачок вроде. Поджигает ему. Плохая стрельба от комара. Нет, нормально, нормально, добирает он его. Смог. Без ну, потери хп. Еще есть целая минута, было. Можно спокойно разыграть одного игрока в пункте. Только не так знаю, он... что он в пункте. Все, начекали последнего игрока. Он не попадает ни одного выстрела из трех. Сейчас, будут его выбивать. Флешка, смог, хороший дым. Выход на упор, пали двое в КТ, идет на контакт. Есть инфа, что оба там. Да, и он обоих продамажил. ЖБ хороший добирает минус. Одного. И... Ой-ой-ой. Красным остается ЖБ и добирает его Был с глока. Шанс. Был шанс, Но да, я рад, добрать. Что элементы победили этот раунд. Да. Ну, 8-13, и если все-таки UG соберутся, они доберутся в этот раунд. Тут надо целых 8 раундов добрать, чтобы победить или хотя бы выйти в ничью, это целых 7 раундов подряд. Забрать практически. Саживаются. Два дигла, 3 флешки и смог. Выход. Хедшот ставится это по Камару с дигла. Реализовали подсадку в шорте. Ну, ЖБ пока втыкает под каром где-то. Экосан перекрыл уже стяжку в шорт и ждет игрока. Увидел его, перестрелочка. Сплин кидает хаешку, не дамажит она и Неудачно. Добирает. Не ожидали подсадки в шорт, конечно, и да. Хедшотом хорошо забрал он комара. По деньгам проблемы у атаки. Пошел тег 9 уже в бой и второй армор. Есть полная раскидка. Защита опять начала творить дичь. Друг друга сейчас просто поубивают. ЖБ красный. Оба Они красные. Оба красные, там 9-4 хп. Отличный минус от ЖБ. Остается 1-9 хп. И его Отличный просто минус комары. Убивают спину. И плохая игра. Ну, с таким подходом к играм, конечно, это... Ну, в чате пишут дисквалификация за неспортивное поведение. Я согласен. Полностью согласен. Полностью, да. То есть, если вы не хотите играть, зачем вы тогда заявились вообще? Если вы уже сели играть, то играйте, уважайте своих соперников, как бы они не играли против вас. Закидывают гранатами, идет перестрелка, с шарта вышли два игрока. Слишком атаки. Долго убивали они. Ну, самое. Достаточно. Ставится бомба. Комара красным красный. Остается у нас комара. Спин у нас дамаженный. ЖБ убежал. Тоже немножко. Неужели будет заявить? Нет, он выходит. Шорт с диглом под флешечку. Сейчас попробует развалить. В принципе, при хорошей стрельбе вполне возможно. Но его уже контролит сплин в шарте и забирает последнего игрока защиты. 10-14 тем временем у нас счет. Ну, от него можно было ждать сейф. Ну, игра такая идет. Да. Он мог пойти просто... И куда-нибудь сесть. Попытка выйти на лонг. Экосан поджимает, Экосан они его слышат. Видели? С успом, без закупа. Защита у нас. И спокойно. Плохо Хотя он успел 70 хп забрать. Плохо сыграли, со я сплин. Не сказал, что это хорошо. ЖБ стоит спиной просто на лонге, его сейчас заберут. Хедшотом комара в спину добирает.
Жеба пишет, что они не смогут приехать завтра. Видимо, поэтому Да. они подсливаются. Но все равно. Ну тогда написать Можно было ГГ просто просто и все. победить, а потом просто сняться с турнира. Да. Либо написать ГГ, если вы не можете как бы продолжить участие. Очень Слепую шьет Камара, слепую забирает ЖБ, Камара. да. И Жеба Экосан еще ошибся на чуть-чуть. спауне. Это 6 может хп быть у Камара тем незванчиком, что временем. на спауне. Начекали Хороший целого. минус. 12, 22 хп Оба остается красные. у Экосана. И сейчас кто первый попадет? Ой-ой-ой, Представляешь? ошибочка. Отличный минус. Камара ошибся. Ошибка, да. Сегодня что-то мы часто видим такие глупые ошибки. На флешках особенно. Очень часто команды слепят себя, чем противника. Ну что ж, 15 раундов взяли уже UG у нас. Смогут ли элементы добрать 4 раунда? Или нет? Выход на лонг. Авик у Камара стреляет. Судя по Не всему, вижу я попал. вариантов, чтобы они взяли. Ну, все возможно. Вот остается красный. Не выжидает на упоре у себя сплина. Добирают и Касана на лонге. Остается ЖБ на пленте. Который, в принципе, готов. Подожгли кары. Видели? Ой-ой-ой. Ошибка от Ошибка от Камара. Камара. Прошивает смог Но у сплина есть ЖБ. инфа, что он в пленте. Собирает гранаты. А вы поберет. А ну это ошибка, конечно, с Авиком. ЖБ не будет стреляться, он просто уйдет закрыт. О, он на КТ. А как он знает, что он на КТ? Убирает прицел в последний момент. Неплохо так угадал, где будет враг Очень на плохая последний флешка момент. еще раз. Да, очередная ошибка с флешкой, кстати. Тренируйте флешку, Замазался господа. ВП. И все-таки добрал он его. Как-то. Ну, ЖБ уже сам пошел в атаку на Авик. Он вполне знал, что на ланге Авик. Сплин дропнул Авик Камара. Купил себе калаш. Фул закуп. Защита берет два диглы 5-7. С одной флешкой и вторыми арморами. Делают очередную подсадку. Шорт. И, Камара ждет. скорее всего, там не будет. Сел под лестницу и ждет заходящих. Камара решил не идти в шорт. Забрал бомбу на ноле и Правильное уходит на решение, я бы лонг. сказал. Да, потому что вышли с лонга уже тем временем. Сплин начекал, что на лонге никого нет. Скорее всего, усиление шорта. Очень четко по инфе сыграли здесь они. Хаешку на кар. Хаешка чекает карт. Вот сплину надо на яму прыгать. Не видит, да, за ящиком его. А вот и сейчас не увидел. ЖБ в последний момент показался, когда уже зашел сплин за стенку. И не увидел игрока в пленте. Остается 56 секунд. В принципе, времени Видел. достаточно. Видел сплин игрока. И прошивает. Должен Ну-ка, прошивать выстрел. сейчас. Отлично. Еще выстрел. Мимо. Мимо. Ну, по Еще инфе раз будет сейчас мимо. настреливать. Касан на Ошибается просвете занимает Камара. позицию, выходит на упоре, не Отличный минус от промахивается. Камара. Оба красные. И добирает ЖБ все-таки в голову. Повезло ребятам, я бы сказал, элементам. 15-13. Все еще нет денег у защиты. Они так могут и слить до 15-15. Не стали делать подсад в шорт. Тем временем атака уже вышла на лонг. На упоре идет перестрелка, видит последнего игрока на каре и спокойно сплин добирает обоих в голову. Да, как-то они... Ну, сумбурная игра пошла от UG на второй половине. Очень много раундов отдали вообще просто так, убивая там друг друга практически. Какие-то форсбаи неоправданные. Но вот сейчас есть две Трансляцию эмки. смотреть бесполезно, потому что здесь задержка есть. Ну, задержка не Насколько такая я знаю, большая. здесь задержка где-то, наверное, в Секунд районе 40. минут. Нет, секунд 40 задержка.
40 маловато будет. Стандартная задержка от GoTV в 30 секунд, плюс задержка на стриме секунд 5. 5-10 секунд. Может, меньше даже. Яму занял у нас ЖБ. Да. Пикасан под А. Ну вот сейчас, если они берут раунд, то в принципе они выигрывают. Но элементам надо хорошо разыграть этот раунд, чтобы выйти на допы. Кстати, команда одна команда уже играла с допами. 21-25, что ли, у них счет там был. Или что такое. Очередная флешка неудачная на ланге. Сплин выходит, чекает Отлично, лонг и чекал. Забирает ЖБ. Хороший минус. Камара отступает. Перетягиваются на лонг. И Акасан ну, не знает, откуда бы ждать не атаки. Я сказал, что это хорошая идея. Надо было все-таки с двух сторон выходить, давить. Да, пытаться сплитить атаку. Они знают, что. Они не знают, где игрок сидит. Ну а с другой стороны, поменяли если они не сплитят, оружие. То он не знает, откуда идет атака. Ну, слышит поздно флешку с фланга. Кар. Сплит и... начекал и хороший спет ставит. 15-15. Все-таки элементы это наказали добрый. У нас UG за такое вот поведение. На год ТВ 2 минуты задержки, говорят. По-моему, по дефолту там 30 секунд. Если не выставлена задержка дополнительно. Хотя, я может, и 2 минуты. Тут, по-моему, поменьше. Да, сейчас будут дополнительные раунды у нас играться. Все-таки элементы смогли добрать необходимые им раунды, чтобы выйти хотя бы в ничью. Сейчас допы должны быть без пистолетов, да? По 10 тысяч. Да. Играют до разницы в 2 раунда. То есть счет там 17-15. И так далее. Да нет, тут задержка гораздо меньше, я бы сказал. Секунд 30 задержка там и... Задержка стрима секунд 5 максимум. Около 40 секунд общая задержка выходит. ЖБ ждет выход с шарта. Экосан укрепляет лонг. Подходит уже под синий. Начекали друг друга игроки атаки и защиты в шарте. И решили заходить тут с лонга. Меньше 5 секунд задержка стоит. Где? В игре. Я сейчас смотрю, да. Ну, как этот, трансляция, получается, задержка идет где-то 3 секунды. Получается, остается только узнать, сколько игра. Камара делает минус полминуты на Экосане. Совсем мало. Авик ждет выхода с ланга. Начекал в яме, попал в ногу, оставляет 18 хп. Видел сплин. Да, он видел. Знает, что он в пункте. Под смоком подходит близко подходит, чекает, не попадает в дальнего игрока, Камара. Но знает, что уже на упоре есть один. И отлично, плохую минус. Позицию ЖБ занял, уже Камара пошел. 16-15 элементы ведут в этой игре уже. По-моему, первый запись раз. Будет. Да, повторы канал можно будет посмотреть. Можете увидеть вон ссылка в описании. Информация о трансляции. Укрепляют лонг, и Касан под флешку выходит чекать, кидает хаешку в банку, может быть очень удачная флешка, хаешка. Снимает 12 хп всего лишь со сплина. Касан белый. Касан занял за левой дверью позицию, да? Блин, не знает. Услышал, должен был слышать сплин. ЖБ плотно да, сидит в закрытую в пленте. Ошибается, очень ошибается и Касан. Ну и Касан ошибся еще тогда, когда начал опять играть со своим оружием. Смог на КТ. И быстрый выход на лонг. Очередной смог в сторону КТ. Очень плотно дымят КТ, хотя игрок-то в пункте. И начекали игрока, Камара видит последнего игрока. Не попадает в голову сплин, но отлично, со второй попытки минус. Добирает. 17-15. Разве не конец? Нет. Не до двух разница? В допах. Вон сверху написано, третий раунд из 6. Понятно. Ну тогда 6 раундов будут играть. Но раньше мы играли до двух разниц. Это было давно и неправда. Сплин выходит в коробку.
Засмоковали. Ошибка Касан вышла. пытается выйти в коробку, тоже в смок. Занимает Какая-то ту же позицию, ошибка. что в предыдущем раунде. Догадается Только Сан Сплин об этом. пытается разглядеть там. ЖБ сходит с ума на спуске. Ничего не чекает, просто вертит мышкой. Перед синим стоит Сплин, начекал его. Ой, Касан. Отличный минус. Сплин дает минус на Вышел синем, стихим из воды. откидывается флешкой, да. Не Блин. попал в него ни разу Экосан. Только ЖБ стрелял. остается в пленте с первым армором и диглом. Ждет выход с шарта. Ну, у тебя уже 3 раунда подряд выходили с ланга в такой ситуации. Начекали его, остается 4 хп и Отлично. все, 3 Это раунда. победа Вот. элементов. Элементы одерживают победу над Юджи. Счетом 18-15. Да, разница в 3 раунда играли. Собственно, на этом поздравляем элементов. Смогли они Нет, собраться пала. во второй половине. Ну и Юджи Половина. уже Сейчас переход будет. не играли, конечно. А все? Они должны больше половины Нет, взять. нет, нет. Третий только победили. Все. Или нет? Разве нет? Ну, ждем рестарта. Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас должен быть смена сторон. И должны сыграть еще одну. Да. Очень странно. Последний Что-то раунд, я где это надо победят перечитать элементы. допы. Уже забыл, как это делается. Ну, 6 раундов, надо больше половины победить, чтобы выиграть. Ну, они уже взяли 3. 3, только половину взяли. Если те тоже 3 возьмут, будет ничья, будет А, еще ну допы. и еще одни допы, да? Ну, хорошо. Да. Савиком у нас выходит на коробку. Сплин откидывается гранатами в шорт. Под быстрый А, вон выход, но нам в быстрого чате уже выхода писали нету. об этом. Да-да-да. Ошибается ли у нас 7 Сплин? хп оставляет Мог Акасану. добивать. Двое выходят с шарта, Хорошая оба флешка, белые, добирает хороший минус. Красного. И ошибка И от Камара. ЖБ добирает Камара Савика. А чё у меня опять? Автодиректор сломался. Эмки, вторые арморы. С полной раскидкой покупает у нас Должен элементы. был Сплин убивать, почему-то он не добрал его. Да, и получил Экосана. Савика. Выход фаст на лонг. Обменялись Хорошая хпшками. флешка. Добивает все-таки Повезло Камара Камару. Экосана. ЖБ пытается Есть занять инфа яму про Савика. второго. Пока Должна не быть видит. инфа, что там авик. Он должна Да, да, чекать. да, да. Не должны появляться. Надо встать закрытую и ждать последнего игрока. Палится хаешкой с ланга. Пытается с диглом выйти на контакт. И Сплин хорошо начекал на упоре уже ЖБ. Все. Победа, правильно? Да, все это Теперь-то победа. победа. Теперь это победа. Элементы все такие. Поздравляем элементов с победой. Да, смогли добиться и проходят дальше. Пока перерывчик.